Здравствуйте, меня зовут Плясова Мария Геннадьевна. Я педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Современник» и представляю свою программу «Детский фольклор для дошкольников». Эта программа рассчитана на детей 5-6 лет и реализуется на базах детских садов. Она развивает не только внимание, музыкальные навыки и моторику через народные игры, народные песни, но и воспитывает в детях патриотизм, любовь к своей родине и уважительное отношение к истории своей страны. Я занимаюсь народным песенным творчеством еще с самого детства. В 6 лет я пришла в Дом детского творчества «Современник» как ученица, и там открыла себе талант к народному песенному искусству. После я решила прийти в Санкт-Петербургский государственный институт культуры на кафедру «Народное песенное творчество». Именно там я вдохновилась своим педагогом по народному творчеству. Я вдохновилась теми эмоциями, которые испытывает педагог и ученик, когда достигают новых высот. И именно это вдохновило меня быть педагогом и вдохновлять также своих будущих учеников. В 22 году я вернулась в Дом детского творчества «Современник», но уже не как ученица, а как педагог. И теперь сама учу своих учеников достигать новых высот. Фольклорный коллектив «Горница» существует на базе Дома детского творчества «Современник» с 1994 года. И там уже есть свои правила, свои традиции. И мне очень нравится та творческая атмосфера, в которой развиваются дети. Я планирую поддерживать эту творческую атмосферу и планирую далее передавать своим ученикам знания традиционной русской традиционной культуры. За время моей работы в Доме детского творчества «Современник» я успела принять участие в различных фестивалях и конкурсах вместе с фольклорным ансамблем «Горница». Но самым значимым для меня событием было участие во всероссийском конкурсе «Воспитать человека». Вместе с педагогами фольклорно-этнографического отдела мы заняли 3-е место среди педагогов всей страны. В будущем моей профессиональной деятельности меня ждет многое. Будут и взлеты, и падения. Без этого не обойдется ни одна творческая профессия. Но я верю, что все трудности мои будут преодолены, и все цели будут достигнуты. А сейчас давайте посмотрим отрывки из моих занятий. Самовар, самовар, золотая ножка.